Voyez, oui, maintenant. Aïe. Aïe, aïe, comme aïe. Так, Санта плохой. А, вот это мне не нравится, вот эти гонки. Я запрещаю гоняться тут. Окей. Окей. Сколько побед было за 7 минут? Одна. Только что. Это первая катка вообще. А, видел, красиво.
Фига ты, лютый. Ладно, не буду. А прыжок, не? Прыгать не надо? Ну ладно. Fuck. Черех мог меня бить, но он дурак, окей. Здесь еще. Ну, если будет перемога каждые 7 минут, то, в принципе, ща посчитаю. Подожди. То это через 12 дней, если играть вот без передышки, вот прям ровно 7 минут каждая перемога, то это 12 дней уйдет на 3000 побед. А если со сном, ну, если разделить на 2, то 24 дня. Есть один маленький нюанс. Этот режим закрывается через 2 дня.
Прикольный старт. А, блядь, банан. Банин, иди нахер. Я упал. Я обиделся на банан. Friendship ended with roll-off? Нет. Но я бы предпочел, конечно, бесконечный roll-off, чем бесконечный хексагон. Все-таки roll-off и jump showdown, они сильно стабильнее. Потому что там все зависит от меня, а тут не все. Но Орлов это самая личная финалка. Это полная хуйня. Оп. Ну и чё это сейчас было? Не. Окей, я жду, пока кто-нибудь упадет в яму. А, ведьма, ну блин. Сломала мне единственную важную блочку. Ананасич. Куда ты поворачиваешь? Куда он? Чего? Чего? Что-то не... Чё-то тут вообще все плохо, я так чувствую, это пасос будет сейчас. Ай, блин, не дотянулся, надо было дышаться. Ну тут, да, тут пасос. Thank you.
Будет обидно, если вы все упадете. Ну, не все упали, но упали. Ладно. Саксон Дик. Три перемоги за 21 минуту. Нормально, нормально. Пока, пока придерживаемся плану. Сразу хексагон, здесь три хексагона, два на survival, третий финальный. На первых двух вообще, я не знаю, они по приколу здесь, их на них стараться даже нет смысла, все равно выигрываешь. Кто-то уже ливнул, потому что один из пяти. Хватит ли мне этих блочков до конца? Ай, там помидор. Сеньор помидор. Так, перережу, пожалуй, сеньора помидора. И пулю. Привет, не по котик. Да, так так и есть, так и есть, я поэтому и играю в это. Не, ну просто сложность этого раунда, что не у всех так легко дается хексагон, на самом деле-то. Его подрезать бы как-нибудь. Окей, иди своей дорогой, сталкер. Я играю один, да.
Причем это не просто пропуск к финалу, это пропуск обязательно к Хексагону. Это... Ну, не знаю, конечно, если был бы Ролов, это было бы лучше, но это хотя бы не Фолл Маунтейн. Так, а куда я? Наверное... Отсюда, наверное, я зря пошел. Хотя... Да. Блин, там и Дракмен, и Самурай. Чё вы? Зачем вы здесь? Не дотянулся. Сложный этот прыжок. Ну-ка, подрежем помидор Камена. Ага, гений. Гений подрезов. Как ты тут оказался? Ты чё? Окей, победа. Четыре перемоги за полчаса. Нормально.
Блин, проиграть что ли для приличия? А то ну грязно, 4 победы подряд. Не, ну в смысле как? Командных раундов нет, но в команде можно зайти в этот режим, ну, типа. Ну, как обычно, типа, выживаю. Ну, выживает один, то есть. Ну, вчера неплохо так шло. Просто, что не раунд, то кто-либо из нас выигрывал там. Да вчера же было. Ты видел вчера классный пик, что мы скинули? Что-то нас всех прорвало с нее. Да. Ай, блядь, меня схватили. Не был готов, что меня за жопу схватят. Да, блин. Ну она с сервера Даркхолма. Ну, блядь, как мы вчера... Да ты заебал, брать. Ну как вчера нас прорвало, это пиздец. Ты даже не думай меня брать, уёбище. Да, блин. Все, упал. Там еще комбо, так сказать, из мемов. Как бы на чьей стороне ты, что называется? Как ты это делаешь, ну мужик? Так, в смысле, ты про банку или про что? А, понял. Бать, у меня вопрос. Как ты вообще додумался до этого и зачем? Это просто было вот просто внезапно. Понял. Это же этот же хуесос, который брался? Он выжил? Какого черта? Он же падал, я видел. Я четко видел, он умирал. Так, сейчас будет... Привет, медведь! До свидания. Да как ты... Блин, как он... Сваливаем, я понял. Так, я помню, что он... Понял! Принял! Так, ну перерезаем пути все, потому что это мой остров. Сука. Окей.
Ну, грязно, грязно. Мне стыдно, правда, мне очень стыдно. Ну все, вот это точно я проиграю, я обещаю, это проигрышное. Да блин, ну 5 перемог подряд, это пиздец. Не, вообще изначально, типа, я думал, что этот режим я буду использовать как практик хексагона. Типа, я раньше на хексагоне бибу сосал. И вчера тоже, в принципе, я первые пару часов сосал бибу, а потом просто ебашил и воевал. Так инфолибл уже есть, чё? А, стоп, это, кстати, инфолибл. Это 5 побед подряд! Ну все, я на стриме считаю, эту ачивку получил. Это мои булочки. Все. Нет, я думаю, хватит до конца игры. Что я требовалось доказать? Little sister. Ну ты давай, ты поаккуратнее с такими мыслями. А, у меня Little Surfer, понял. Чё вы все ко мне? Ну... Они догадались меня подрезать, окей? А вот тут догадались. Ай, ну и ладно. Не очень-то и нужно. Это такой гениальная комбо из эмоутов. Почему раньше она не использовалась? Жаль, шапочка не двигается вместе с Ургантом.
Размораживается курица. Ок, просто утка такая, ну брат, держи блоки, чё тебе, не нужны лишние блоки, а я возьму, да. Правда, дальше идти некуда, ну типа этот ряд все равно уничтожим, хули. Опа, до свидания. Так, ну я вижу, что тут ямочек небольшой. Оп. Разворот. Куда? Ты чё, сука? Хуел? Всё, до свидания. Челик неправильно меня, ну не до конца меня подрезал. Как бы. Я могу к себе вернуться. А, нет, не могу. Ну и пошел ты. Я проиграл. Ой, грязно! Ой, мне правда очень стыдно. Мне очень стыдно, правда, за эти 6 побед подряд.